Всем привет, дорогие мои друзья, с вами снова я, Алексей Василенко, и добро пожаловать на мой канал «Жизнь с нуля». В этом видео я хочу показать вам, что внутри вот этой сварочной маски «Хамелеон», которую я заказывал из Китая за 270 гривен. Поехали! Для начала я вытащил отсюда вот такое защитное стекло, оно, как вы видите, гнется и заходит вот в эти пазы. Далее, с помощью двух вот таких лопаток для разборки мобильных телефонов и планшетов, я сбоку поддел, снял вот эту переднюю крышку, вот она изнутри вот так выглядит. Эта крышка была просто посажена на клей, здесь вот была вот такая кругленькая пломба из бумаги наклеена. Так, ну и с другой стороны вот мы вот так снимаем и видим, что у нас внутренность вот так выглядит. Переворачиваем на обратную сторону, ну а с другой стороны вот так. Здесь у нас солнечная панель, здесь у нас автозатемняющееся стекло, ну а сзади, как вы видите, посредине микросхема, три ручки с настройками и вот такая аккумуляторная батарея на 3 вольта. Почему я это все дело разобрал? Дело в том, что в прошлом году, когда я ее покупал новую, она работала исправно, а в этом году она работать перестала. Но я так понимаю, что за зиму села вот эта батарейка, точнее аккумулятор. Поэтому нам необходимо сейчас решить вопрос, как его зарядить. Есть два варианта, либо отпаять и поставить на зарядку, либо это все дело положить на яркий свет, чтобы он зарядился от этой солнечной батареи. Ну вот такой кратенький видеообзор получился. Если у кого-то будут какие-то вопросы, то задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Я на все вопросы постараюсь дать ответ. Ну а на этом все, ребята. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Алексей Василенко. Пока.